Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и с вами опять я, через какое-то время отсутствия. Вот, рад вас всех видеть на моем канале. Ну и как видите, за мной ковра уже нету. Все это дела давно забывших дней, предания старины глубокой. Все, конечно, в этой жизни меняется. И я меняюсь, не молодею, да. Ну и все, конечно, проходит с течением времени. Вот, и что меня сегодня привело? Сегодня я хочу снять обзор на спиннинг-бустер. Как вы видели все по заставочке, как бы сказать, к видео, да, этим спиннингом я проловил, уважаемые зрители, целый сезон. То есть у меня есть такая, как бы сказать, привычка моря. Я беру один спиннинг и рыбачу им целый сезон, чтобы более-менее что-то потом показать, рассказать, иметь право вообще что-то рассказывать, да, как бы сказать, за этот спиннинг. И вы знаете, что я каждый сезон рыбачу каким-то определенным спиннингом и потом про него рассказываю. Вот. Ну и, соответственно, сегодня у нас первое число, да, 1 декабря, и не отходите от своих голубых экранов. Все будет самое интересное. Мое появление перед Новым годом традиционно. И в этот месяц будет много видео, много подарков. И с сегодняшнего дня целый месяц будет стартовать акция на фирме Coex, да. То есть вы можете зайти на фирму Coex, выбрать любой товар и в описании к товару написать промокод Таймень, да. И у вас будет 10% скидка в течение всего месяца. Вот такие вот дела. Но это еще не все, да. Самое, что интересное, вы видите, в каждом видео у меня сейчас про спиннинги, да, вот про, сейчас я скажу про какие, про бустер, это у нас будет новинка Rubicon, Black Hole и будет обновленный шотган. В каждом из этих видео будет разыгрываться именно такой же спиннинг. Но не именно такого теста, вы зайдете на фирму Coex на официальный сайт, на магазин, выберите, допустим, какой вам нужен Rubicon или какой нужен шотган или бустер какого теста. Если он есть в наличии, какого вы захотите, вам фирма его вышлет после розыгрыша. Так что смотрите этот месяц, будет многого интересного. А как все говорили уже, да, я маленько побуду перед Новым годом в роли Деда Мороза. Вот, и давайте не будем сильно затягивать это видео, давайте приступим обзор к спиннингу бустер. Самое, что интересное, сейчас вышло обновление этого спиннинга. Вот, чехольчик у них вот такой вот, тряпичный, там из Пинч Боба, самый-самый-самый дешмановский. Ну и надо отметить, что это самая дешевая серия спиннингов у фирмы Coex. Цена их начинается от 2 рублей и, по-моему, самый дорогой 2800, данный 2250 или 2300, вот в тесте 315. Я рыбачил во многих тестах данными спиннингами, да, так что имею как бы опыт не только, да, вот именно в этом тесте 315. Но вот именно 315 я рыбачу больше, видите, мне с транспортной прислали, его покоцали, порвалась там коробка. Но спиннинг уцелел и, тем не менее, продолжил свое существование. Вот, рыбачил я, правда, кстати, старой версией. И на видео вы видите, что там у меня будет старая версия спиннинга бустер. Наверное, сразу же хочется вам рассказать, чем же они именно отличаются. Вот точно такой же бустер старой версии, точно такая же стрёмненькая, короче, упаковочка, чехол из Пинч Боба. Угу. Точно такой же тест 315. Я уже хлыст не буду доставать, достану только комель. Вот, у меня еще здесь хук-кипер, видите, не снят. И мы сейчас вот более подробно посмотрим, чем же их отличие. Видим, что отличие у нас вот здесь вот сделали такую синенькую окантовку. Также ручечка разнесенка, но вот если их отдельно приложить, мы видим, что в конце, вот это вот где бадкап находится, да, вот сам вот этот держак, да, здесь вот новой версии он у нас поменьше, да, покороче. То есть чуть-чуть как бы упростили или сэкономили, сделали ее поменьше. Ну вот я рыбачу старой версией.
Новая версия не рыбачил, но когда я беру новую версию, вот эту вот обновленную в руки, то и делаю хват тот. Мне вот как бы вот старого вот этого более большого вот этого ружечки не хватает. Она вот как раз вот тут вот, ну вот прям в тему, в хват прям входит так, ну, прям так чётенько. А так, в принципе, все осталось точно так же. Все такая же расстановка колец. Вот даже для интереса я вот от этого, от обновленной версии беру хлыст и одеваю ее на старую версию. Видите, все абсолютно подходит безо всяких Б. Вот. Так что полностью взаимозаменяемость, кроме, грубо говоря, камелька. Ну, может быть, это еще мое ощущение, что этот мне больше в хвате подходит, потому что я им, конечно, уважаемые зрители, отрыбачу целый сезон. И, конечно, нужна привычка. Человек – это такое животное, которое привыкает к чему угодно. Хуже крысы. Вот. Ну и давайте, наверное, рассмотрим уже теперь более подробно, что я вам расскажу за этот спиннинг. Вот. Видим, что у него такая анатомическая ручка, фирменный держак NS Quality блэкхолловский. Вот, кольца тоже корейские, блэкхолловские, кольца со вставками SIG, карбид кремния корейские, из-за чего они удешевляют производство, потому что корейцы делают свои кольца не хуже, чем Fuji, то есть, понимаете, свою фурнитуру. А вот именно цена-то возникает именно на фурнитуре. Самое, что интересно, я разговаривал, цену дает даже не сам бланк, а именно все вот эти рушечки и фурнитуру, да. И, то есть фирма Black Hole ставит свое корейское, которое по качеству ничем не хуже мировых брендов, да, но из этого как бы сильно падает цена, да, а качество бланка графита остается оно одно и то же, да. Вот, и если вы не верите, я вот могу вам продемонстрировать вот хлыст от данного спиннинга. Его сейчас можно спокойно вот так вот загнуть, видите. Вот смотрите, что я делаю. Ну, вот, спиннинг всего у нас получается в ценовом сегменте 2250 рублей. Что смеяться, хлыст огнется, да? То есть, что такое на сегодняшний день эта цена? Вы зайдите на AliExpress, на Китай, вот я захожу на рынок Выборгский в Хабаровске, где продают снасти, и я за 2 рубля не могу купить китайскую фигню. Если там даже есть за 2 рубля, то там по качеству такой хламидиоз полный. Я просто, как бы сказать, ну, в шокире, короче. Звезда в шоке, по сути дела. Сразу же происходит. А здесь за эти деньги прям меняемое качество. Офигенное качество Евы. Смотрите, я давлю, оно реально упругое, замшевое. Оно четкое, оно не хуже, чем на дорогих спиннингах. Я вот привозил за свою жизнь с Японии, притаскивал много дорогих, крутых спиннингов. И не вижу тут какое-то отличие в качестве Евы. Вот. Это я вам точно говорю. Кто не верит, может ко мне подойти и потрогать, попробовать. И померяемся с любым крутым спиннингом, который они принесут по качеству Евы. Это я вам прям ответственно, мужики, заявляю. Безо всяких Б. Вот чё-чё, тут они с качеством вообще прям не пожадничали именно по Еве. Я даже сам удивился, как это они так. Наверное, что-то попутали в этой жизни. Вот. Ну, спиннинг у нас в длине 1,83 м. Тест его 3,15. Вот такая вот разнесенная ручечка. Хлыстик-то упал. Вот. Думаю, уже много показывать не надо. Вот такие вот надписи на голубом фоне. Бустер. Модные кольца противозахлестные. Из карбида кремния вставки. Сиковские вставки, карбид кремния. Вот даже видим сам коми. Можно изогнуть. Такая мощь уходит в комель. Можно выводить более сильные породы рыб. Или размеры рыб. Вот. Ну и давайте проверим традиционно, как у нас стыкуется соединение. Двумя пальчиками я вставляю. И давайте мы послушаем, стучит ли у нас. Сейчас я затяну верхнюю гайку. Кстати, тоже, между прочим, удобно в катушкодержателе, что имеет верхнюю гайку закручивающуюся. Вот прям четко стоит.
Ну, вообще нет проблем со стыком, даже на таком дешмане. Также двумя пальчиками аккуратненько все снимаю. Все кольца у нас сделаны в антизахлестном режиме. Такой же у нас мы видим тюльпан в антизахлестном стиле. Все со вставками SIG колечки выглядят, блин, как нормальные брендовские кольца. Безо всяких, уважаемые зрители, проблем. То есть бланк матовый, черный. Тест, как я говорил, уже 3.15, длина 1.83 м. И таким спиннингом я отрыбачу сезон. Вот. Давайте взвесим этот спиннинг и посмотрим его фактический вес. 100 грамм. 99. 100 грамм. Ну, видим, да, что усредненное значение с трех замеров получается у нас 100 грамм, по сути дела, два раза показало. То есть, нормальный вес, правда, и спиннинг небольшой, и небольшого теста, но все равно нормальный вес для такого спиннинга. Ну и, конечно, хотелось бы, уважаемые зрители, показать вам баланс данной палочки. Возьмем обыкновенную традиционную катушку, которая логически сюда подходит. Это Shimano в размере 2500. Вес катушки со шнуром, сейчас я вам скажу, 259 грамм. Вот. И посмотрим, как катушечка весит 259 грамм, будет балансировать данный спиннинжок. Баланс, я бы сказал, идеальный. Он прям у нас, видите, даже чуть-чуть дальше, чем ролик лесоукладывателя. И даже шатается, но все выравнивается. С пальца не падает. Четкий баланс. Чем ближе этот центр тяжести к самой, как бы сказать, лапке, тем лучше. Это говорит о том, что вес у вас уходит в руку. И когда мы расслабляем кисть, он у нас не клюет носом ни туда, ни сюда, ни вверх не встает. Мы видим, что вот прям центр тяжести у нас в руке. И спиннинг по этим причинам ощущается очень комфортно. И вы можете долго им работать. И у вас не будет уставать кисть, локоть, мышцы предплечья и все остальное. И, конечно, приятное ощущение по чуйке. Вот, уважаемые зрители. Ну, теперь что еще хочется ответить, один момент. Я последнее время тоже начал обращать вот на такие вещи. Давайте мы сейчас снимем шнур, продернем через кольца. Сейчас, чтобы это долго не делать, я этот участок сейчас вырежу. Ну, на кончик привязываем какой-нибудь грузик. Вот в данный момент у меня чебурашка 12 грамм. Ну вот, уважаемые зрители, мы видим, что на кончике чебурашка. Вот, чуть-чуть гнется у нас хлыстик. И что я хочу вам теперь рассказать. Теперь мы берем вот так вот спиннинг. Вот тут неправильно так, потому что начинают, видите, бланки сгибаться, все сам катушки. Все это вот так. И начинаем прокручивать медленно шнур. И на что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание именно на вход шнура в первое кольцо. Когда мы прокручиваем шнур, он должен ровно прилегать ко всем стенкам вставки. Вот это вот из карбида кремния, именно по кругу. Вот, смотрите, я когда это делаю, шнур ровно чертит круг, который у нас внутри вставочки. Вот. Вот, прям четко очерчивает. И получается, вот это вот сам вход, он у нас идет ровно. Это говорит о том, что когда делается дальность заброса, шнур у нас прям ровно, вот это вот петли ровно будут входить в кольцо. У некоторых спиннингов, даже я видел, у японских спиннингов, у очень дорогих брендов, блять, извиняюсь за выражение, он входит вот так вот. То есть, представляете, до верхнего, допустим, верхней мертвой точки, да, он не доходит до половины кольца, да, ну, диаметра. Зато вот под таким вот офигенным углом он входит снизу. Это сразу же видно, что торможение будет при забросе.
не буду говорить, что это у нас за бренды такое исполняют японские, но тем не менее такая шляпа есть. Здесь мы видим даже в самом таком дешевом сегменте, мы видим, что круг у нас рисуется прям четко, и нету никаких-то вот таких вот изгибов входа в шнура, да, критических вот этих вот углов, так или так шнура. Видим, что с катушкой Shimano, по крайней мере, с ее выставленными углами, да, по лапке, мы видим, что вход у нас по кольцу, по всему диаметру равномерно, с минимальными углами. Это говорит о том, что при забросе в этот диаметр шнур будет входить безо всяких там препятствий и торможений. То есть понимаете, да, что я хочу сказать? Конечно, когда будет уже изгиб, нагрузка, да, вот такая, то чуть-чуть уже будут искажения. Но, по крайней мере, как бы сказать, в статике это все выставлено грамотно и правильно специалистами, которые делали данный спиннинг. Это, кстати, немаловажно, когда даже в такой дешмановской модели обращают нюансы на такие вот аспекты и моменты именно с расстановкой колец. Зрители, баланс у нас идеальный, вход по кольцу по первому у нас идеальный, то есть спиннинг работает неплохо, как бы грубо говоря. И теперь нужно, наверное, охарактеризовать его строй. Спиннинг, конечно, позиционируют именно для твичинга. В принципе, баланс, да, и его коротенькая, как бы, рукоятка, не доходящая до локтя и за локоть, как бы именно, ну вот, способствует всему этому твичингу. Но именно строй у нас для данной модели, это получается средний строй. Ну, то есть, грубо говоря, по сути дела, параболик, да. То есть, чуть-чуть, наверное, побыстрее среднего. То есть, мы вот сейчас можем даже наблюдать. Я вот сейчас попробую вот это вот все изгибать, весь спиннинг. И вот, видите, я думаю, ну, вот, руки трясутся уже, сколько дури есть. Я думаю, со строем тут все понятно, сильно объяснять не надо. Ну, так как он в тесте 3.15, да, то вот я вот на видео рыбачил твичингом. И воблера в диапазоне 7-8 грамм, миножки тонущие, именно реагируют на этот твичинг, рыба реагирует, все получается, много поклевок, то есть именно данный спиннинг, он все-таки в этом тестовом диапазоне позволяет твичить, но строй его, конечно, больше как универсальный. От этого спиннинг все-таки нужно понимать в этом ценовом сегменте для новичков и начинающих, и сделали его таким образом, что он, по сути дела, универсал и будет годен, по сути дела, на любой вид рыбалки более или менее. То есть, и я как бы рыбачу в жизни разными спиннингами, и я когда рыбачу целый рыболовный сезон данным спиннингом, я очень сильно не обламывался. Прямо мне так понравился, и вы знаете, если не знать его цену, и можно рыбачить и, конечно, дать ему более большой ценник, чем он существует на самом деле. Ну, а как я рыбачил, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим кое-какие моменты из этих рыболовных приключений. Вполне достаточно. Ну вот, то, что он коротыш, да, кидает как бы... Вот он! Опа! О, зрители, как классно! Прям на камеру первый заброс. Такие, видим, очевидные махи. Но это может быть и не линок, конечно. Фу, слава богу, ушел. Это будто и мешонок. Ну вот, уважаемые зрители, наша первая поклевка с Димой сегодня. Ну, очень-очень бодро. Black Hole Booster 3.15. Сход. Вот, уважаемые зрители, еще одна очередная поклевка. О, нифига, шнур оборвал, да ну нафиг. С Димой достигли какого-то определенного, если это можно сказать, успеха. Дима, ай-яй-яй-яй, ловит на джиг, а я ловлю на воблер. В пасти у верхогляда сейчас находится воблер Итума, называется не он. Спиннинг-бустер до 40 грамм, поймал я его твичингом, кидал под кусты, а Дима ловит джигом. То есть вот на данный момент мы видим вот такого вот красавца.
То есть вот я Диме даю лип-грип. Топить его не надо. Можешь к этому. Да, да, смотри. То есть видишь, все продумано. Ой, хорошо он такой тянет. Приятненько отрабатывает спиннинг. Ну, он там хорош. Да, я подвожу ему к Диме. Опа, как! Интересно. Девки пляшут. Я как жопой чую, говорю, Дима, отпускай, не надо, поднимай его прям. А, ты хорошо, да. Вот вышла поохотиться стайка верхоглядов, и видно, как ихние хребты здесь торчат. Кидаем воблерков ему, и он, конечно, от них не отказывается однозначно. Вот этот уже такой поприличный экземпляр. Ох, какой, ой, какой красавец. Вот, можно видеть, как отрабатывает бустер до 40 грамм. Ой, ой, хорошо, хорош, хорош. Ой, молодец, молодец. Ну, давай, давай. Ох, он его упаковал. Хорошо. Упаковал. Видно, что вот они очень жадно кидают, но проводку нужно делать очень медленную, аккуратную. Рыба на самом деле не активна, как кажется. И нету никакого боя. Обычно, когда рыба активная, здесь вся вода кипит. Плюх, 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 тут все шевелится. Но сейчас неактивно, и соблазняем их на воблеры с очень медленной проводкой. Вот, мы решили отыграться с Димой. Только я кинул. Вот сейчас, по сути дела, три рыбины, все с одного места. Все четко, прям с одного места. Неловчая самба, да? Да, и неловчая самба. Ну, этот уже побольше, да, такой? Ого-го, красивый ты какой! Че, это наш сегодняшний шарабан, наверное? Да нет, давай отпустим. Отпустим, да? Дима говорит, мы сегодня шарабанить не будем. Мы сегодня будем. А вот за шнур-то это... брать... Ты снимаешь, да, с него? Поднимай, поднимай хотя бы, покажем его. О, красавчик. Так. И что еще? И вот так. И дарим ему свободу. Ну давай. Беги. Спасибо за поклевку. Пошел такой. Вот, уважаемые зрители, поклевочка. Димон тут тоже потихо и развлекается. Вот он, Black Hole Booster 3.15, воблер и тума самба. И мы боремся с каким-то таким. О, смотрите, как спиннинг загибается, да, там так, да. Ну, я бы не сказал, конечно, что там что-то супер. Но, тем не менее, да, Дим? Мы бы хотели бы его видеть на нашей сковородке. Дмитрий Леонидович, я угадал, нет, с замесом? Как вы думаете? Ну, Дмитрий Леонидович еще ни разу в своей жизни не промахивался. Ну вот, уважаемые зрители, первое серьезное испытание. Спиннинг Black Hole Booster тестом 3.15. Шнур прям вообще тоненький. Шнур у нас по факту 0.16. И, конечно, клюнул хорошенький такой таймишоночек. Опа, вот он красавец, его видно. Мы видим, как отрабатывает у нас Black Hole Booster. Воблер у нас и Тума Ровди. Очень тонкий шнур. Очень хороший, красивый таймишонок. Ох ты! Он прям меня тут, слышь, колыхает, колыхает.
ничего страшного. Вот это хорошее испытание данному спиннингу. Мы видим, я пытаюсь его заломать критическим углом атаки, смотрите. Но вот заломать не получается пока. Был бы шнур потолще, я бы загнул бы его еще сильнее. Но просто дальнейшее как бы усилие приведет к порыву шнура. Он прям не подпускает к себе, да? Очень хорошее ощущение, удобная ручка, хорошо лежит. Так, ну, что-то нас так несет под разрез, наверное, надо. Сейчас, Андрей, подожди, я моторчик подниму, Андрюш. Все, можно подзатаскивать. А сильно не надо, нет, не надо. Хватит, Андрюш, не надо. Сейчас мы поборемся. Понятно, что мы с ним справляемся, это очевидно. С данным таймишонком. Щипчики. Вот они, щипчики лежат у нас. При ближнем контакте ослабеваем фрикцион, потому что он еще будет делать рывки, так как шнур очень тонкий. Но если вы можете, лучше, конечно, управлять руками. Видим, что увидел он Андрюшу, и фрикцион я, кстати, не зря ослабил. Это все было предсказуемо до боли, как бы. Я его сильно не засекал, чтобы сильно не травмировать. Надеюсь, мы, конечно, сильно вреда не нанесем, он сильный, ну и как бы тянуть с вылаживанием тоже не стоит. Чтобы его весной не изматывать. Ну что, я бы сказал, бустер работает неплохо. Идут нормальные забросы. Спиннинг в ценовой категории от 2000 до 2700, в зависимости от роста и цены. Спиннинг тестом 3.15. Шнур у нас Daiwa Saltiga 12 жил. Вот мы его сейчас тут на мель припаркуем. Андрей, сможешь в воде пассатижами снять его, освободить? На, возьми эти пассатижики. Скинь у него воблер. Давай сейчас попробуем. Аккуратненько. Конечно. Сейчас его поближе к берегу, чтобы это... Угу. Чуть-чуть его. Чтобы он это... Да, возьми его чуть-чуть, как бы, да, вот так вот, и снимай воблер. Пойдет сам? Будет вырываться? Не, вырывается, если все. Друг, спасибо за поклевку.
Спасибо. Ну вот, уважаемые зрители, вы посмотрели, как я рыбачу. Всем видно, как работает спиннинг. Рыбы, по сути дела, не сливались. Были, конечно, моменты очень сильных, таких крупных сильных рыб, что рвался даже шнур салтига. Были моменты тоже жесткие, сход такой, то есть, ну, как бы всяко было, да, но в целом, если уже рыба нормально взялась, то сливов практически не было, так как его строй, мы поняли, универсальный, да, и с таким строем спиннинги прощает многие-многие ошибки на вываживание. Ну, а так как спиннинг можно загнуть в бараний рог, да, то, соответственно, он новичкам простит еще очень-очень многое, да. Вот, и, конечно, впечатления об этом спиннинге остались очень теплые. Так, ну, а что, уважаемые зрители, в этом видео мы разыграем спиннинг-бустер, короче. Что нужно сделать, чтобы принять участие в разыгрыше данного спиннинга? Нужно оставить комментарий, пишите под видео, что вы об этом думаете, я сделаю розыгрыш, и вы выберете такой спиннинг на сайте фирмы Coex, какого теста вам нужно, вернее, какой там будет в наличии, да, и вам данная фирма это вышлет, отправка спиннинга, соответственно, за ваш счет традиционно. Также не забывайте, что с 1 числа сегодняшнего дня действуют скидки на фирме Coex. Нужно в описании к заказу, уважаемые зрители, написать промокод Таймень, и будет 10% скидка. Так что видите, сколько всего вкусного. Будем разыгрывать спиннинги, будем делать скидки, ну и будем готовиться к Новому году. А я маленько опять побуду Дедом Морозом, что, конечно, приятно делать вам подарки, уважаемые зрители. Неохота говорить такие в конце слова, но все равно, конечно, придется их говорить. Ну что, уважаемые зрители, мое видео подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с вашими друзьями. Ну, я, конечно, скажу до свидания, до новых встреч.